Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Garmin Descent MK1. И сейчас я покажу вам, как поменять время автовыключения экрана. Итак, зажимаем центральную кнопочку. Теперь проходим в самый низ, выбираем настройки. Далее проходим в самый низ, выбираем система. И здесь мы ищем подсветка. Выбираем подсветка. Выбираем, например, во время погружения. И здесь у нас есть тайм-аут. И мы можем установить от 4 секунд до 15 или больше, до 30, до 1 минуты. Либо не отключать. Вот, то же самое мы можем сделать во время занятия. Здесь у нас также есть тайм-аут. Вот, также от 4 секунд до 1 минуты. И не во время занятия. И на этом всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.